Хранителями самых знаменитых произведений искусства, экспонатов, представляющих огромную культурную ценность, являются музейные работники. В музеях Ульяновской области работает почти 440 человек. На заседании Совета музеев региона министр искусства и культурной политики Евгения Сидорова поздравила сотрудников с профессиональным праздником. Прежде всего, от всей души хочу поздравить вас с замечательным профессиональным праздником – Международным днем музеев. Поздравляю в вашем лице вас и всех, кто бережно хранит богатейшее наследие родного края и нашей великой страны. За заслуги в развитии музейного дела, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм почетной грамотой губернатора наградили директора художественного музея Анну Карвалейру. Я, конечно, в этот день хочу поздравить всех коллег, особенно свой замечательный коллектив хранителей, смотрителей, технические службы и, конечно, научно-экспедиционный и отдел хранения. Это действительно настоящие подвижники музейного дела. Это люди, которые хранят культурное наследие. Почетной грамотой губернатора Ульяновской области отметили и заведующую сектором научной работы историко-мемориального центра музея Гончарова Ирину Маршалову. Прошлый год отличался тем, что год был юбилейный и исполнилось 210 лет со дня рождения Ивана Александровича. Мы провели международную научную конференцию, 7-ю по счету. Уже буквально сейчас мы завершили работу по созданию сборника трудов научной конференции, который насчитывает 500 страниц, собраны в этот сборник работы более 30 исследователей. Мы планируем провести его презентацию в день рождения Гончарова 18 июня. В этот же день наградили победителей областного конкурса профессионального мастерства среди музейных работников. Гран-при присудили заведующий отделом развития и туризма Ульяновского областного краеведческого музея имени Гончарова Дарьи Фоминой. Нами был реализован очень красивый, интересный проект. Мы создали настольную краеведческую игру, которая называется «Под парусом палаты». Это проект, который был в партнерстве с Ульяновским областным отделением Русского географического общества реализован. Вот. И главная его задача этой игры – познакомиться с 10 учеными-исследователями, которые в разные годы работали у нас в Ульяновской области. Как было сказано на областном совете музеев, в регионе продолжается работа по созданию новых выставочных пространств. Совет включает более 370 музеев. Только за прошлый год их посетило более 1 миллиона человек. Ирина Антонова, Марат Мигдиев, Улправда ТВ.